новые упоры, видел, да? Вот, старые какие были? Старые были тоже хорошие, но те первые, которые, может, маленький круг, все. В этих упорах у тебя более свободная рука, они больше, даже под размер L подходят, видишь? Между нами говоря. Вот поэтому встань, просто попробуй даже в первом еще стоять. Те были меньше, помнишь, они как бы в кулак ходили, ты фактически на кулаке стоял. Да. Эти более сложные стали. Да, да, да. Положение. Низко ушел. Вот обратите внимание. Опять. Поднимись. Вот исходное положение. Вот исходное твое положение. Поставь руки чуть уже. Чуть уже поставь руки. Молодец. И вот попробуй. Видишь, болтается. Чуть подверни. Подверни чуть. Кисть именно вот. Вот тебе сейчас. Уходишь вниз. Ребят, уходи вниз. Локоть вовнутрь идет. Локоть фактически вдоль тела. Опускайся, но плечи не ниже локтей. Уже локти. Уже. Вот. Вот здесь. Вот он ты. Начинай подниматься. Молодец. Вращением. Вращением поднимается. То есть это фактически ударное движение. Правильно. У вас включается поступательность. Плечо, локоть. Молодец. Да? Еще раз. Попробуй сейчас. Стряхни руки. Чем по-другому было, да? По-другому стало немножко, да. Вот. В этих упорах они, потому что новые, более площадка больше стала. Площадка стала чуть больше. И поэтому что? Поэтому приходится здесь уже кулак немножко более свободен. Потому что не, как бы, те упоры, которые были раньше, там красная, особенно первая модель, тоже очень хорошая, но они фактически обтекали кулак, они были по кулаку, и фактически ты чуть ли прямо на кулаке не стоял. Здесь уже плюс, они даже повыше, да, получается? Да, тут, по-моему, в центре тяжести повыше, да, тут повыше высота, выход, высота точно. Они от пола вот это расстояние, они повыше сделали, молодцы прям. И стало более немножко сложно, приходится максимально фиксировать и именно, скажем так, контролировать запястье, напряженное запястье, фиксировать запястье. Вот. Какие еще упражнения? Ну, это отжимание, понятно, простое, да? Можно также, тот же просто, ребят, очень важно здесь положение при опускании. И вот посмотрите даже, ребят, я вот стою прямо, да? Тем не отжимание, тем не удар. Включается поступательно плечо, ключица, и только потом локтевой сустав. Это не просто отжимание, это именно эти упоры для конкретной наработки алгоритма ударного действия, поступательности, координации поступательности этой мышцы, как при ударе. Плечо, трицепсы, там все идет. Вроде бы вместе, но сначала. Так, еще давай сейчас мне поделай. Буквально давай сделаем. 15 секунд сможешь. Прямо вот встать на упоры и покатать. Именно вот кистями покатать на них в упоре стоя. Попробуй. Прям вперед, назад, поделай. Как ощущение? О, вперед, назад. Во. Вот, поуже, правильно. И смотрите, при положении чуть-чуть назад дай плечи. Вот так. Вот. И обратите внимание, очень важно, чтобы ваш позвоночник здесь не было прогиба этого лордоса. И посмотрите, и тогда при опускании, опускайся, Миш, опускайся вниз. Посмотрите, опускается, куда же пузо пошло опускаться, опускайся. Видите, опускается как бы плечи вниз. Вот, ниже не надо опускаться. Все, он фактически находится в боевом положении, это стойка. Опускаясь ниже, ну, молодец, да? Очень хорошо. То есть больше приходится контролировать. Вот. И какое мы сюда еще маленькое упражнение можем сделать? Чуть-чуть попрыгай, да? Ну, давай. Давай, 10 секунд сделай. Хорошо? Нам как раз для нашей работы сейчас, вот для этой жесткости. 10 секунд сможешь? А? Ой, не верю. Время. Пошел. Вот, вперед, назад, влево, вправо. Дриблинг. Во. Не болтать спиной. Да-да-да, молодец. Время. Молодец. И всегда, всегда расслабляем. Сделали, встряхиваем руки, встряхиваем плечи. Оп, расслабляем спину. Вот.
Ну и самое, напоследок, упражнение, которое можно сделать с этими упорами, наиболее эффективно. Ну а как ты хотел, Михаил? Включая себя отжимания с дриблингом. То есть, understand? По-английски как got it, да? Попробуй. Стряхнулся, стряхни плечи. Пару раз сделай. Ну три, ладно. Один за меня. Два за себя, один за меня. Хорошо? Давай. Выпрыгиванием, да, все. И сразу с выпрыгиванием, бинг, воткнуться, оп. Давай, три раза сделай. О. Уже локти. Нет. Вернись. Исходное положение. Поставь кулаки прямо. Вот. Ты начал кисти крутить. Опускаешься. Это плечи. Во. Молодец. Еще раз. Вот. Локти назад. Плечи идут. Молодец. Время. И сразу встал, покидал руки. Раскинулся. Во. Да, 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 да. Молодец. Время. Спасибо, Миш. Так что, ребят, искренне рекомендую. Новая модель, более сложная. X1 Pro. Боксинг. Вот такие простенькие упражнения. Фиксация, координация. Фиксация кистевого сустава. И у вас появляется вот такая битка. Не в конце кулак сжимаем, ребят. Собрались бить, собрались взаимодействовать с противником. Сжимаем кулаки, предплечья напряженно, плечи расслаблены. И работаем. Вот этот тренажер очень хорошо. Это помогает нам почувствовать. Пользуемся. Удачи. И спасибо ребятам X1 Pro. Молодцы.